У нас тут, оказывается, есть вот такой вот огромный переход подземный. Им я никогда не пользовалась. Что для меня переход этот первый раз. Вот такие вот потолки делали раньше. А сейчас уже как бы делают такие красивые, как в метро. Это еще железные, делали из пластика, помню, которые через полгода трескались, сломались. Впереди это у нас отель, бывший отель «Шератон». Сейчас я не знаю, как он называется. «Шератон» благополучно покинул Узбекистан, по-моему. Отель «Дедеман». Тут у нас находится бассейн. Впереди у нас, оказывается, идет такая масштабная стройка. В этом месте раньше находилась стоянка для автобусов, если я не ошибаюсь. Посмотрим. Наверное, за год они все это закончат. Вот так вот этот вот отель. Отель «Дедеман». Вот такое вот здание. Здание было, насколько я помню, это было старое здание. Здание чего-то. Короче, это была старая советская постройка. Windham, да. Windham сделали здесь. И ее обшили, ну, переделали в отель. Вот такой вот у нас отелик. Невысокая. Актеры у нас тут. Вот эти вот. Что у нас тут строится? Триллиант какой-то. Что-то такое масштабное и высокое. Ну, посмотрим, наверное, за год все это дело у нас будет готовым, а здесь у нас перекресток. Не знаю, как называется этот перекресток. У нас дальше отдел. Так, у нас уже новогодняя тематика тут поактивнее, по-моему. Смотрите, как украсили. Бантики сделали. Как подарок какой-то. А это у нас другая сторона отеля. Вот такие вот бантики. Кстати, декор вот этого вот здания, он из Советского Союза. Все это родное. Я движусь в сторону Алайского. Место, которое я не особо люблю, потому что там всегда людно. Не нравится мне там. Ну, хочется посмотреть на эту новостройку, да, такую высокую. Ой, тут всякие здания построили тоже новые. Не видела, не знала, давно тут не была, поэтому для меня это новость. Вот смотрите, старую постройку обшили, получилось нормально.
Где же это здание? Что-то не могу его найти. Могу ли я подойти туда? Сейчас посмотрим. Я вчера смотрела одного блогера, ну, женщину, узбечку, которая гуляла в Турции и показала такой райончик, такой прям не самый благополучный, сказала, а вот это вот турецкий Каракамыш. Вот я в центре. У меня, например, такого нету. Кстати, долго я тут топаю, и все абсолютно вот такое вот изрытое. Так что и центр от Каракамыша недалеко ушел, если честно. Что, когда сравнивают с худшим мой район, я как-то немножко обидела. Хотя я признаюсь, что уровень образованности там ниже. Вот это вот здание очень красиво. Что это за резиденция такая? Сейчас посмотрим. Какое-то файс что-то. Файс дорожасы. Охрана, оказывается, и снимать мне, наверное, нельзя было бы. Вот тут. Ну, очень такая, знаете, элитная стройка, новостройка. Многоэтажка. Тут, наверное, живет очень обеспеченные люди. Сейчас я отойду немножко подальше и поснимаю, когда будет возможность, чтобы весь дом попал в кадр. Вот это вот здание, смотрите, очень красивое, ухоженное. Ну, естественно, тут, наверное, жилье не дешевое, дизайн тоже шикарный просто. Тут стоянка сзади. Дальше тоже там какой-то охраняемый объект строится. Так. И здесь тоже вот такой вот дом. Тоже ничего. Кстати, вот эти вот решетки от застройщика. И это, по-моему, плюс, потому что не будет всяких там разных дизайнов в одном доме. Тоже ничего мне понравилось. А так это у нас массив С4, оказывается. Тоже такой старенький район со старыми-старыми домами. Кафе оказалось очень шумно и душно, почему-то там очень такая высокая влажность. Я поснимала, какие там у них пирожные. Кстати, София находится на Медгородке, центральный, я имею в виду, сама пекарня. У меня вообще планируется к Новому году выпустить, сделать видео про кондитерские, какие у нас кондитерские изделия, какие цены, где, что, как. Ну, естественно, весь город я, конечно, охватить не смогу, но, насколько мне известно, пока что София – это такой бренд, очень качественный, там очень хорошие торты. И не знаю, есть ли цены выше, чем у них, но из того, что я знаю, это самый такой топ. А это у нас хваленый центр.
Я была вот на Хамида Римджани, на Дархане, в некоторых домах. И вот здесь, знаете, это такие дома, подъезды, когда заходишь, у них странный запах. Запах такого вот нечто, такого старого, влажного, обросшего мхом. Не могу, не возьмусь утверждать, что везде так, но в большинстве домов это так. И дома тут очень дорогие. Ну, квадратура тоже не особо большая. Вот так вот. Мне тут не нравится. Это вот здание недавно построили, его не было. И вдали у нас такие интересные многоэтажки, новостройки. Вот я думаю, пойти туда или нет. Кстати, здесь тоже у нас такой домик с интересным дизайном, но он такой более хай-тешный. Ой, смотрите, я точно определилась, куда я пойду. Там, на мой взгляд, намного более интереснее, потому что вдали возвышается такая многоэтажка, точно больше 9 этажей. Сейчас посмотрим. Ну, наверное, это и есть наш Акай-Сити какой-то.